В столичном регионе сохраняется очень жаркая погода без осадков. Температура воздуха может достигать отметки плюс 33-35 градусов при низкой относительной влажности. Такая погода характеризуется выраженным дефицитом кислорода и крайне неблагоприятна для человека. Чтобы избежать негативных последствий жары, не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой, выбирать легкую светлую одежду, пить много воды, избегая употребления алкоголя и кофе.